Всем привет, это канал Бородач ТВ. Мы находимся одним из выпускников Алые паруса. Смотрите, сколько много народа. Короче, у вас есть еще ровно один час для того, чтобы наблюдать всю движуху. А кто-то делает какой-то батл. А что здесь происходит? Что здесь сейчас происходит? Там, вот, да. Концерт, да? Мы только пришли. Ну, давай, чувак, я знаю, что ты делаешь. Сейчас вся движуха начнется. Сейчас мы переключим камеру. Когда тебе хватало лишь закона предательски зайти, значит проклятие, ну да, ведь там поди не питать, ты так пять и питать, сюда и тебя так, это тантика, бурканка, тебя ставим лайки, бабушки. Можно туда Команд тебя забанили. Ну, короче, тот момент, когда тебе стыдно за кого-то. Господи. Это все ради лайков и просмотров. Это хип-хоп одинокой старухи! Честно, прям что-то на улице апрель или октябрь. Я приехал туда, где всегда дожди, чтобы наконец бы ее отчапать. Это потрёп по жизни только потому, что ну как, прикольно получается? Слушай, вот этот момент надо реально как-то запустить в YouTube. Да. Слушай, ты видел? Нет, ты видел? Ты не видел? Короче, никто не видел. А, все видели, кроме Лены. Прикольная девчонка. Какая это? Которая постарше? Слушай, это прикинь, она взяла это и собрала реально сейчас шквал оваций и лайков. Да? Вообще, вот этот рулит.
Так, что-то пишет. Когда будешь корабли снимать, скажи и в группу ссылку кину. А, слушай, так когда? Прямо сейчас осталось 45 минут, да? Я так правильно понимаю? В смысле, там уже давно концерт начался. А, концерт начался. Слушай, народу реально как бы много, как бы. Мы еще не дошли, просто как бы вышли из этого, да? Из метро, и тут сразу такая движуха начинается. Сразу мощный батл. Что? А что там такое? Вот это про это что ли говоришь? А что там такое? Все написано. Сейчас узнаем. Сколько градусов? Слушай, сколько градусов? Сколько градусов? Не подскажешь? Я не знаю, сейчас не говоря, но достаточно прохладно. Прохладно, да? Называется эта штука. Это белотакси. А белотакси? Да, это белотакси. А вас как зовут? Меня зовут Лёва. Слушай, Лёва, вопросик такой. Да. Почему 18+? Там как бы Джохан Кохан тоже делают, это да? Просто рестораны, там, видимо, да, такого ночного типа. Это в смысле именно про ресторан. Ты давай сейчас скажу, у нас просто... Здесь, естественно, могут кто угодно кататься. Давай, реклама может сейчас прямо будет. Я приглашаю на свои концерты, я музыкант, группа Russian Box, меня зовут Изи, это мой сценический псевдоним, вот, поэтому подписывайтесь ВКонтакте, в Инстаграме, Russian Box, где? Изи, да? Да, Russian Box. Все, давай, сейчас зайдем, посмотрим. Удачного дня, ой, вечера и ночи. Так, двигаемся от Дага, дальше. Красивый Леха пишет, Милана. Девчонки пишут сразу, вот Лёву сразу взяли и перестроили просто вот в один час прямо вышли с метро и перестроили чувака. Russian Box, в общем, этот лидер, ну не лидер, не знаю, просто как исполнитель. Вот, там что-то дальше идет интересно. Хочешь снова движуха? Еще один батл, да? Что здесь происходит? На уличный концерт. Да, кто исполняет? Рома Райан. А кто такой? Так, друзья, теперь у меня просьба. Не, мы обязательно продолжим, просто несколько шагов назад, друзья мои, несколько шагов назад. Это нужно для того, чтобы могло чуть больше людей собраться обычно. Еще несколько шагов, друзья, вам будет хорошо слышно, не переживайте. Хорошо слышно в башне, хорошо слышно даже у гостинки. Поэтому вы услышите точно. Еще пару шагов, пожалуйста, по-братски, от души. Еще пару шагов, ребят. Ну, еще назад, чуть-чуть. Несколько большущий, вы не переживайте, все поместятся. Все будет кайфово, все будет супер. Я звезда, классно. Так, смотрите, ребят, вместе споем песню? Конечно! Естественно! Да. Смотрите. Ребят, есть классная песня, называется «Все будет клево». В ней очень простой припев. Нужно вместе со мной петь эти три слова. «Все будет клево», окей? Да, нет? Да! Попробуем. 3-4, все будет клёво. 3-4, все будет клёво. Не стесняемся. 3-4, молодцы. 3-4, а теперь вот так попробуем, смотрите. Все будет клёво, ну-ка вместе прокричим. Не слышу женщин и мужчин. Эй, грустный трепещи. Все будет клёво, клёво, ништяк вообще. Все будет клёво. Я вижу женщин и мужчин. Эй, пусты ты пищи. Все будет клево. Музыка мой меньше щит. Молодцы. Вот так половинка чуть-чуть, ну, похромала. А в целом хорошо справились, красавчики. Это была репетиция. Теперь заново пробуем с куплетика. Видел, люди днями и ночами теряли себя. Эти люди встречали мой взгляд, свой от меня. Но это в прошлом все, ребят, боже. Желаю вам всего хорошего. Я все будет клёво, в Ростове и под Львовом. У Сани и Николы, у Вани и у Вовы. Кубани по приколу, со мной просто прокричи. Все будет клёво, на проблемы намолчи. Все будет клёво тут, все будет. Там. Я эту клевоту разнесу по городам, чтобы ты, брат,
братаны, ты твой близкий круг. Смогли взорваться настроением классным, друг. Все будет клево, а ну-ка вместе прокричим. Не слышу женщин и мужчин. Эй, грустный, ты пищи. Все будет клево, клево, ништяк вообще. Все будет клево. Я слышу женщин и мужчин. Эй, грустный, ты пищи. Все будет клёво. Музыка мой меньше щит. Мне будто чеп правили в голову тут. И он пищет. Сделай, как весело, друг. Вступи в любовь, кто услышал нас с тобой. Сразу частью стало, понял, ты бы жал. И сказал, ой, ай-яй. По-моему, не фигово. Ай-яй, я повторю снова. Ну-ка пой вместе со мной. Все будет клёво. Ну-ка вместе прокричим. Не слышу женщин, здесь мужчин. Эй, грустный, ты пищи. Все будет клёво, клёво. Ништяк вообще. Все будет клёво. Ну-ка вместе прокричим. Не слышу женщин и мужчин. Спасибо! Вы классные! Как тебе найти? А, слушай, это у нас идет трансляция, просто все, сейчас там не будет. А, нет, там потом будет запись. Сейчас идет трансляция, да, просто. Ребят, вы классные, очень горячие, прям вообще. Поднимайте температуру. Кто не знает, ребят, меня зовут Рома Раев, можно найти в интернете, русский индук, не в поиске, ВКонтакте, или в Гугле, или где-нибудь еще. R-A-E-V. Раев, Рома, так меня зовут. Все, удачи, с праздником. Так, сейчас, конечно, еще будет. Так, где наши? Двигаемся дальше. Слушай, мы вообще дойдем когда-нибудь? Слушайте, там сейчас скоро проходит театр, Батьяна Березина. Есть еще? Okay. Ты объявила, да, это как бы антракт или это как бы реальное шоу какое-то? Кто это такие? Кто это за звезды? Давай, двух словах. Что ты сразу замолчала, давай быстрее. Да, да. Что, на будет танцевать? А, кстати, кто не в курсе? Так, кто не в курсе, мы, в общем, сейчас подходим к штабу. Штабу групп. Как зовут? Это Вася? Джордж и Джулия. А это как? А это какая порода? Вот это, да, наша? Российская? Можно погромче? Вот это карликовый павлин, а вот эти? Чубатые? Молодцы. Слушай, прикинь, я, получается, одним действием, двух зайцев, да? Как, ну, не двух зайцев, а двух голубей, главное. Пойдем мы дальше. В общем, мы сейчас приближаемся к штаб-квартире ВКонтакте, кто не в курсе. Вот там, видите, вот эта башня. Это и есть, в общем, центр ВКонтакте. Ты знаешь, да, что вот здесь штаб-квартира ВКонтакте? Конечно. Ты там была, работала? Смотри. Ты вообще как бы участвуешь в троллинге? Как бы, знаешь, что-то не нравится, ты начинаешь всех троллить. Вообще, ты работаешь в этом направлении? Нет. Нет? Народ, снимите. А, да, что-то я себе снимаю. Так, ты давай не дергай, тут профессионал идет, как бы, ну, пытается быть. Ты что снимаешь? Блин, канал свой веду, как хотел. Воронка, надо снять. Нет, где твои? Анонсированные. Только с... Славу корректировать. Пойдем послушаем. Давай, пойдем послушаем.
Недавно начал вести блог и сказал «Тьфу на тебя!» Знаменитый мем «Тьфу на тебя!» Не, я работаю, я не могу. Вот, просто немножко покажем всю вот эту красоту питерскую. О! Изи чуть мне по ногам не проехал. Прикинь, да, вот приехал сюда, я тебя, говорит, узнал. Представляешь? Так вот. Дегнячок ему говорит. Кого? А, он же шины толкает, да? Колеса, колеса толкает. Я говорю, мысли материально, она такая. Вот она как. Вот, что такое, какой-то серьезный батл опять. Вообще, это...
Слушай, прикинь, вот, вот если у этого пуха, да, будет насморк. Прикинь, как он высморкается. Слушай, я тебя помню, как ты это в детстве приходил в телевизор и пугал меня. Это заключенный. Так, здесь что такое? Летние книжные аллеи. Короче, с какого-то мультика. Там опять какая-то движуха идет. Мы вообще не в цели, там мы это. Ну погоди. Слушай, а где все на действие такое? Дальше мы будем. Я даже не знаю, включать не получается. А, кстати, давайте немножко заснимем. Вот здесь рядышком находится книжная аллея. Сейчас я переключу камеру. Отойти 10 метров и сразу же все совершенно по-другому. Давай. Картинка там какой-то. Ну что, пойдем. Давай ты. Не, я не буду. Пойдем. Yeah.
Дальше. Что, опять знакомых встретила? Нет. Да ладно. Не, мы фоткались. Фоткались. Это Казанский собор. Где? Слушай, расскажи, что ты вообще знаешь о Казанском соборе? Не да. Что ты? Ленок вообще сказал, а сладкий не сладкий? Около вот этого. А я только сказала, это Казанский собор. И все. Я знала. Так, здравствуйте. Это, кстати, актер, кто не в курсе. Актер пошел. Слушай, он снимался в фильме. Да, да, да. Такой кудряшка с юбичем. Да. Помнишь, он снимался, актер такой кудряшка? Только что актер прошел. Мы хотим Мишутку посмотреть. А, Мишутку? Дозаправка у нас. А, дозаправка. Смотрите, как. Я этого не показывал. Да. В общем, знаешь, что такое цензор? Мы будем это показывать? Не-не, у нас потом мы выйдем. А это трансляция? Да, прямая трансляция. И все. Кофе пьют, девчонки. Вы согреваетесь как-то, да? С великан в шляпе? А, сейчас до него дойдем. Кстати, у него в этом... тоже будет чемоданчик. Да-да-да, кстати, смотри, вот смотри, у этого великана есть чемоданчик. Туда денежку кладешь и оттуда берешь какой-нибудь желательный. Сейчас пойдем попробуем, проэкспериментируем. Давайте зацеплю пустяков. Что-то вы как-то уже... Есть у кого мелочь какая-нибудь? А, у меня есть, кстати. Во. Есть. Что-то скоро будут алые паруса. Скоро. Ой, по голове не въехал. Я секундочку переключу. Привет. Слушай, расскажи, как ты такой вообще вырос? Вырос таким большим. Ты кашу ел? Я таким родился. Овсянку? Родился таким. А, родился таким. Слушай, а что здесь надо делать? Сколько хочешь, можно бросить сказку и достать свое предсказание. Тебе говорят, спрашивают, ты дядя Степа или нет? Просто сейчас идет прямая трансляция в группу «Сосновый Бор». Как тебя зовут? Это непредсказуемый предсказатель. Да? Слушай, ты так чем-то, знаешь, похож на Павла Дурова, только чуть повыше просто. Брат, наверное. Короче, сюда надо, да? Сейчас я это как-то момент сниму. Короче, вот я бросаю. Что там будет? Сказание. Сейчас. О, слушай, это два взялось. Сейчас мы проверим. На что такое, а? Неудобненько. Да ёбкарный театр, блин, а. Сейчас мы все узнаем. Невероятно очевидно. Ну, понятно, что ничего не понятно. Меня возьмите. Меня возьмите. Так, что с резкостью у нас? Положил? Положил, положил. Писал, что невероятно очевидно. А, 12.40 будет салют. Короче, все ровно час. Блин, дадутся. Там кораблики плывут уже. Все, реально что ли? Слушай,
уже, там уже кораблики плывут, по телевизору показывают, а мы здесь. Пойдем смотреть. Дяди Стёпы. Слушай, наплодили дяди Стёпы. Тот был без очков. Вот ходишь тут. Дай пять. А, у тебя руки заняты. Ну, молодец. Как зовут-то, Фоль? Я ассистент непредсказуемых сказаний. Мне можно сколько хочешь отдать сказки, надо достать свое непредсказуемое сказание. Ладно, ладно. Чувствую, вы не остановитесь. Давай. Выбирай. А, ну, нормально, нормально. Спасибо. Сейчас угадаем, что такое. Сын дяди Стёпы, это сын дяди Стёпы, подсказывай. Нет, тихо. А там, знаешь? Да подожди, это я не прочитал. Откуда я знаю? А, новое. Не так уж и сложно. Понимаешь, вот правильно, мы же 4 проекта открыли. Кстати, кто не в курсе, первый проект называется парикмахерская за 100 тысяч рублей, массажный кабинет, но второй проект это за 150 тысяч рублей, открыть гостиницу за 250 тысяч рублей, но не гостиницу, а пару номеров, и открыть такси, там уже за 350. В общем, у нас 4 проекта, мы ведем по этому поводу блок. Как только все это закончится, мы будем подробно вообще рассказывать, какие были сложности и нюансы с открытием нового бизнеса. А, и еще такая новость совершенно случайная сегодня мне написали. Директор ДК, нашего ДК, его попросили, ну как сказать, попросили, его, я так понял, уволили. О, слушай, а это что за Марфа? Загадочная гадалка. Слушай, ну сколько их реально? Как тебя зовут? Так они фоткают. А, ой, извини, да. Привет из Германии. Привет. Мы в Питере. Это ты из Германии, привет? Да. Сними девочку, да. Парней так много сними. Кораблики, говорят, плавают. Кораблики не плавают, находят. Сосновоборцы, привет вам всем! Откуда? А, это трансляция на видео! Дагестана? Лучшие студенты Дагестана, ФСБ! ФСБ, доходчики! Молодцы, поздравляю! Руслан, у тебя рядом девушка как бы стоит! Вот они, знакомцы рядом есть! Да! Короче, вас кем сфотографировать? Все, мы Ленку, короче, потеряли. Давай. Я благословил этих девчонок, в смысле, эту пару. Пойдем, просто лес.
кораблики. Дальше должно быть где-то? Или здесь? Вот я вот здесь. А где? Здесь будет? Слушай, подскажите, пожалуйста, вообще, где же кораблики, как вы говорите, плавают? Не, корабль плывет не здесь. Так. Нам нужно вот до финиша дойти. До финиша? Да. Ребят, вы местные? Нет. Нет. Я пусть. Логичка какой-то. Что там такое? Она нормально или не пускает? Так все, вот там начинается как бы это самое. Действие. Да. Пойдем туда. А там... Я понял, как, кстати, надо продавать вообще еду на больших мероприятиях. Ну, не пусть. Смотрите, какая новая фишка. Выходишь, короче, начинается какое-нибудь мероприятие. Смотри, вот, красавчик, вот как надо делать бизнес. Вошел в толпу, раз, заедущий. Еду, берем. Кстати, самое это, такое правильное чувство вообще, потому что реально спасает. Знаешь, сколько голубей? Они мне скажут, слушай. Мне сразу такой вопрос, что я не занялся бизнесом, так и надо. Надо вообще толкать массы. Я хочу спросить, сколько вообще поднимают за такую движуху? Ну, я думаю, если время правильно выбрать, то можно и больше десятки поднять. Можно поднять десятки для пирожка. Ну да, чисто соответственно. У нас же много людей таких стоит, у меня же не один. Ага, не один. Слушай, а если когда кончается? Слушай, они на самом деле просто пополненные, если... Лента? Смотри. Какая дельта у тебя получается? И как вы вообще берете в команду? Я вот реально чувствую, что я делаю, понимаешь? Я буду с камерой, это кстати, я думал, перископ. Не перископ, но типа такой, но я так и чего. Ну еще и нормально. Ну я могу тебе контакт человека скинуть, который этим занимается. Давай, давай. Слушай, там просто в группе со своей комнаты, там есть как-то группы, я там в группе есть. Вы мне кинь контакт. Ты можешь прямо сейчас записать. У меня трансляция на телефоне. Ничего, никакой помощи вообще не дает. Не сразу объясни, я потом буду пересмотреть видео. Вообще, как найти, чтобы устроиться? Ну, то есть, есть, допустим, паблики ВКонтакте, я через паблики обычно работаю. Есть сайт по фрилансу, там тоже много заказов попадает. Есть какие-то, допустим, на Авито, то есть ты можешь какую-то подработку себе более-менее постоянно найти на Авито. Слушай, а вообще есть какие-нибудь ограничения? Может, мне уже, знаешь, как-то вроде немало так лет? Просто, может, там как бы от 16 лет вашей группе до 30 вообще есть ограничения? Слушай, ну на самом деле ограничений нет, главное захотеть этим заняться и заниматься этим. Слушай, как часто проходит месяц эти мероприятия? Но... Сколько можно за месяц заколачивать? Зависит от именно от месяца. В июле, допустим, немного мероприятий, но в этом месяце достаточно. То есть День России, Алые паруса, еще День молодежного суда. Слушай, завтра же с 24-го, да, 24-го, сейчас скоро будет через... А через несколько минут, да? Да, 24-е. Слушай, просто с 24-го на 25-е здесь же будет забег рядом. Вот, что? Как бы вообще выходишь на это? Знаешь, просто я сам бегаю, занимаюсь спортом, да? Вот, и реально порой хочется слушать. Как бы вас приглашают на такие мероприятия? Ну, нас как бы просто никто и не спрашивает. Мы сами приходим и начинаем подавать. Да. Слушай, а вообще как бы есть сложности там? Главное тоже придумать, например, у нас сегодня промо-акция от Ленты. Заходит, да? Ну да, заходит. До нас просто как бы никто и не докапывает, совсем настолько поздно, честно говоря. Люди полицейские, да, им как бы особо, у них хватает работы, чтобы проверять билеты, а не ходить рассматривать то, что у меня на табличке написано. Я понял. Ну а так вообще как сыночек можно? Чтобы не попасть в 15. Зависит от полицейского. Полицейского, да? Если он берет сэндвич и взят, то он, наверное, да. Слушай, а как много вообще уходит сэндвичей? В среднем один человек продает где-то 6-7 сэндвичей. То есть вот я стою, допустим, с 10 часов, я пока что 2 продал. Да, продал, да. Но у нас много человек, поэтому в сумме выручка большая выходит. Ну, слушай, чем чаще выходить, тем ты больше, так сказать, отвлекает, да, и пока что ты делаешь. То есть, допустим,
тебя еще и гитарили, а потом уже просто приходили. Здесь именно вопрос, чем барыжить, потому что если бы, допустим, мы на этом мероприятии брали, закупали у 11-классников, там, у каких-то школ были сразу билеты, то, я думаю, на этих билетах можно было бы сложно сделать в легкую. О, нормально, нормально. Ну ладно, все, давай, ну тебя отвлекаем, давай, успехов и побольше. Как со стороны борки? Да, ну по сути, приходи, и это самое главное, если трансляция. Коля! Пойдем искать своих девчонок. Купи у него франшизу. Обязательно, ребята, куплю франшизу. Ну, на самом деле, я уже, в принципе, сейчас только что записал технологию. Вы сами сейчас слышали и видели, как я спрашивал, задавал вопросы. По большому счету, ограничений нету. И, ну что, реально, может, десятком во дня. Вот бизнес, понимаете? А, мы куда идем? Куда мы идем вообще? Там же билет. Короче, мы нищие. Надо, блин, я сказал. Покупать, короче, там для богатых. Я здесь, короче, мы сейчас покупали. Понятно. Мы сейчас гуляли. Там чаёк есть. Билеты заранее надо? Заранее, билеты на себя купить. А, ну давай узнаем. Пойдём, ну там. Фейерверки так увидим, а кораблики, ну конечно, пойдем кораблики. Если будет стоить 1000 рублей, не пойдем, да? Не, ну если как бы подписчики вот не могут скинуться сейчас на проход, я девчонок я не знаю, вообще девчонок берем. Сейчас я узнаю. Дорогие подписчики, переводите на мою карточку. Вообще, карточка привязана к телефону, почему? Подожди. Если хотят мои подписчики увидеть вообще это мероприятие, могут мне перевести. Ну а что? Я должен был это сказать. Это, короче, 911-812-87-77. Просто переводите по 300 рублей, и я прохожу туда. Почему? Ставьте лайки, кто считает. Давай узнаем, где, куда, чего люди. Это обратно уже, походу, дошли до туда, а идут обратно. Я бы вот на дом по кораблям покатался. Хотя сейчас холодно. Сколько там стоит? Пойдем узнаем, сколько сейчас стоит покататься на кораблике. Хочу сейчас снимать, сейчас тут идем. Ребят, расскажите, пожалуйста, как вы посмотрели? По билетам. Сколько билет стоит? Да, сколько? А как нам третий? Вот тут, кстати, недавно парень челяш продавал. Да, это группа «Сосновый бор» идет, трансляция. Подождите, давайте за 300 рублей договоримся. Да у нас 20. Это 20, по 250 даже. Сейчас я просто дождусь, когда наши подписчики мне закинут денег. Мы, в принципе, пройдем. Сейчас пособираем денег. А вы это, как бы, ну сейчас, знаете, вот новая фишка, вот этот, как бы, телефон, да, который снимает. Знаете, так прикладываешь, это терминал, да, и сразу снимаешь, да. Отходите, вообще, это что-то нет, ну уже, как бы, 20 лет. Просто приходишь, ну сейчас, на самом деле, неудобно, плачь, потому что идет трансляция, как бы, знаешь, прикладываешь, и что-то чувак делает. Вот, ну ладно, я пойду, не буду вас отвлекать. Спасибо большое. Что-то сегодня, мы идем, в общем, выдвигаемся в корабль, правильно? Здесь дела, там есть. Сейчас узнаем, сколько стоит для того, чтобы покататься за корабль. Вот очередной способ зарабатывать деньги. Приехали на машинке, поставили кофейный аппарат и лучше зарабатывать. На 700 рублей цена на корабль. Блин, мне тут подписчики даже не скинулись.
500 рублей на то, чтобы пройти, они... Нет, ну они, может быть, действительно решили скинуться по 800 рублей. Я крашу губы. Давай, давай. Это называется свисток красить. Опа, по-взрослому, да? Ребят. Короче, Ленка решила познакомиться. Сейчас узнаем. Ладно, не дождусь я кораблика, наверное, да. Не, ну сейчас на кораблик зайдем как раз. Кораблик. А почем кораблик-то стоит? 800 рублей, а скидки есть у блогеров начинающих? Путешествие по рекам и каналам Петербурга. Хозяин. Здравствуйте. Ну я как бы палку-то не буду туда сувать, да? Как бы не ищите, да? То есть вы просто счет берете у них. Что-то как-то шатает. Сколько стоит? А мы сейчас вот на другие российские сядем, удобно видим корабль. И завязываются на животе. Мы только оснащены спецами и головами для... Блин, а как вообще, как говорится, с водителем парапута? Ну, как бы свернул, тоже корабль. Вообще реально? Не отпускают, то есть как бы не договориться. Да? Все серьезно. А там вообще пледики выдают на полку? Выдают? За это надо доплачивать? Хорошо, спасибо. А еще такой вопрос, там делишки продают? Делишки продают, да? Ну, чтобы покушать и попить. Да, я вам напоминаю, ну, как вы знаете, такой топ продают, там тоже стоит такой, как это сервис. Добавить. Горячий чай, вообще классно. Да, вы передайте срочно, я в следующий раз, ну, если сейчас не получится, то в следующий раз, если я поеду, то хотелось бы такой чай, нет, и пару сэндвичей. Поточить, вообще ништяк. Так, ну ладно, посмотрим только поближе салют. Не скупитесь. Дорогие подписчики, блин, если вам не жалко, просто по 300 рублей. Вы смотрите, вот сейчас вот в онлайне где-то порядка 20 человек. Блин, вот реально, по 300 рублей, 6 тысяч рублей. Слушай, 800 рублей, в общем, покататься, да. И мы ничего не увидим отсюда. То есть да. Просто будет парень. Я же узнала. Как насчет билетов-то? Как ты их снимешь? Просто здесь приходят на телефон. Там просто вот фишка в чем? Сейчас идет просто трансляция на Galaxy S8. Вообще, кстати, шикарная, обалденная камера. Просто для любителей как бы платформы Android, да, покупайте именно Samsung S8, потому что реально кладет iPhone просто на лопатки, iPhone просто вытягивает такие вот прикольные вещи, трансляции, ну, скажем, даже вот я сейчас пользуюсь платежной системой, просто реально взял, приложил телефон к терминалу и сразу все это дело списывает. Вообще, вот наступил 21 век. Ну, это для тех, кто, скажем так, за прогресс, для тех, кто привык обычным способом расплачиваться, это как бы, ну, как бы трудно понять. Ребят, что, как бы земля уходит из-под ног? Да, есть такой. Есть такой, могут и жить. Давай, давай, все, давай. Давай, давай. Смотри, не снимай. Да не, я не снимал, ты что? У меня сегодня... Сколько машина с кафе зарабатывает? Сейчас узнаем. Я сейчас узнаю, сколько как машина с кафе зарабатывает. Тоже вот просто люди интересуются. В общем, сейчас все узнаем. Привет, парни. Такой вопросик. Просто сейчас ведем видеоблог. Да, мы будем с новый борт, так что это смотрите, просто вопрос спрашивают. Вот смотри, прямо пишет. Спроси, сколько машина столько зарабатывает. Вот это тоже интересно. Снова порог. Тут тоже есть всякие разные дорого, реально. Мы просто работники. Знаем, что это надо у владельца спрашивать. Ну а так вообще только оборудовано. Как много сейчас? Да нет, нормально, маленькая машина. Понятно. Так, ну ладно, все, не буду мешать. А почем кофе такой стоит? Вот, пожалуйста, сыр. А, сыр, да? Слушай, а сколько вот так вообще поднимаете?
все зависит от погоды. Не, ну понятно, но вообще вот все. Серьезно. От двух трех. Теорию можно поднять, да? Ну, я как бы здесь работаю пару дней, все вот говорят такие цены. Это надо каждый день стоять или это только на какие-то мероприятия? Я вообще не знаю. Я говорю, пару дней всего. Никто правду не говорит. Чего? Сейчас закончим. Давайте мы не будем говорить в прямом эфире, что мы хотим в туалет. А давайте действительно узнаем, если вот так вот приспичило сходить в туалет. Просто. В кафе. А, в кафе. Один из способов, да, то есть как бы посетить. Вот один из способов, или вообще даже не способов, а из предлогов для того, чтобы посетить кафе в Санкт-Петербурге. Просто сходить в туалет. Сейчас мы это и сделаем. Ну, в туалете не снимать не будем, возможно. Хотя можно как ревизора взять и провести сейчас. Слушай, а у Глеба на день рождения, может, когда здесь были, да? Магазин-то нас не пустят? Слушайте, вот там, вот, где мы шли, да, там очень много кафешек. Пойдем, а то ругается. Выйдем на Марсово поле. По Марсово поле куда-то влево. Все, погнали смотреть. Здесь нет ресторана. Так, время уже по нолям. Сейчас начнется. Подожди, в 0:40 будет салют, так что у нас есть 40 минут, потерпите еще немножко. Вот честно скажу, вот почему всем жалко подарить 300 рублей? Хорошо, давайте не 300, давайте 3 билета стоят 1500 рублей. Сколько? 3000 рублей. Нам скинули только 50 рублей. Это, нам предлагали только 2 билета. Мы купили. Слушай, извини, но блин, пришлось бы тебе здесь стоять, ждать. Тебе же тоже надо как бы контролировать ситуацию просто. Я так и поняла. Проконтролировал. Ты видел к тебе, кстати, этот молодой ФСБшник подошел, такой говорит, девушка. Он мне просто говорит, как, что тут, можно с собой забрать, блин, чуть не упал. С собой это забрать, замутить. Какой выпускник? А он выпускник ФСБ, ты что, я все узнал. Ну, понимаешь, вот в отличие как бы сотрудников ФСБ, они говорят почему-то мне больше, чем я им. Подожди, так, почему вот такая вот ситуация, да, вот я частенько вот, как периодически общаюсь с служивыми, они почему-то как-то мне всегда чаще выкладывают больше информации, чем я. Хотя я не сотрудник спецслужб. Хотя, кто вы знаете? Еще, что у нас резко? Так, что-то там пишут, подожди. Пойду кофе попью. Пусть в очередь встают ФСБшники. Прикинь. В очередь встают, все, тебя уже это, ну как бы забили. Не тебя. Снимай. Подожди, давайте ее снимем. С какой стороны, Виталий? С какой стороны зайти и снять девчонку? Я просто в Турции был. Фу, блин, плююсь и брызгалик. Черт, опозорился, прикинь. Плюнул на девчонку. Вот прямо в прямом эфире. Кто на тебя?
то есть как бы то кафе не очень, да? Вы поняли, да? Для того, чтобы сходить в туалет, надо еще как бы... Так, на заправка-то будет, нет? Что, русский мост, сходите в кафе? Направо. Миш, нам туда. Идите, давайте, до 22 часов работает только кафе ваше. Вот сходили-то, да? Что там, блин? Вот, кстати, слово лузер, да, это не должно быть звучать обидно, потому что лузеры, да, это производное слово юзеры, пользователи. В общем, обычные пользователи не могут попасть в туалет. Так, а мы пока, давай колеса спускать начнем. Какие колеса спускать, у кого спускать начнем, непонятно. Откуда ты? Расскажи. Пару слов. Вот сейчас идет трансляция. Спартак Москва, оле! Кто выиграл, Мексика или Россия? Не знаю, Спартак Москва, чемпион России. Это по-любому, это факт. Да, конечно, что? О, Спартак Москва, оле! Слушай, а ты еще это, знаешь... Коньяк свой. Ну, как это называется, речитатив или как... А? Ну, не считалки, как это правильно называется? Ну, когда кричите. Кричалки, да, правильно? Да. Ну, можешь пару кричалок там? Кола? Нет. Коньяком, 100%. Спорим? Оботкуда, ребят? Мы из Соснового Бора. Сейчас идет как раз трансляция. Это здесь рядом, 80 километров от города. Там. Ну, как да? Атомная станция Ленинградская. Слушай, ребят, мне кажется, вы за Зенит болеете, да? Не, я... Мы, да. Я за хоккей. Да? Я все, ребят, удачи. Все, давай, спасибо. Я не работаю. Начинается шоу. Пойдем, вот здесь. Здесь. И тех позвал. Бывает. В прямом эфире я не тех позвал. Кропотел, говорю. Еще. Вот это я. Нет, нет, смотри, там нормальные девчонки. Подождите. Девчонки. Я вас сейчас всех догоню. Вот это шоу сейчас начинается. Сейчас переключаю камеру. Линей не буду переключать. Те, кто не приехал, так что я знаю. Учитесь. Так не коррупция в прямом эфире. Да не коррупция, это борьба с коррупцией. Так это тоже пошел.
пошел это, простите, да, пройтись с этого. Просто, понимаешь, на камеру они бы не станут. Это неестественно, на камеру неестественно договариваться. Сейчас покричим. У кого билеты есть? Кому билеты не нужны? Нету билетов? Есть билеты, да, Снежа? Один есть. У кого? Сколько? Три. Чё? Три. Блин, плохо слышу. 300 рублей реально как бы. Нет. 3000 нет. Не, я покупаю наоборот. Миш, пошли куда-нибудь оттуда дойти. Мало того, что ты знаешь весь Сосновый Бор, ты еще и Питер попыталась охватить, представляешь? Капец. Вот эта девчонка, кстати, ее зовут Линчик Белокур. Куда ты скрываешься? Она вообще знает реально полгорода. Полиции пусть девушка... Подожди. К полиции пусть девушка подойдет, глазки построю. Лен, давай. Глазки строю. Он уже спалился, слышишь? Нереально идти куда-то. Что-то я отойду, камеру не буду туда. Так ты с камеры подходишь. Камеру так посовывать. Вот так. Смотрите, какой эффект прикольный. Давайте попробуем. Прикинь, вот Майкл Бэй, да, там снимал трансформеры. А вот такую фишку-то он не использовал. Представляешь? Вот во всех съемках. Я вот только что сейчас запатентовал. Да. Почему? Там, где мы были, там продают билет, там выход. Да. А здесь нет. Там выход, да? Здесь. Здесь выход. Так что? Мы пошли вот туда. Подожди, позвонить. Алло? Слушай, мы пошли куда-то. Слушай, давайте немножко попробуем что-то заснять. Билеты не нужны.
Видите, машина тебе. Оксан, смотри влево. Право, право. Прямо. Оксан, я тебя вижу. Вот ящик, контейнер, видишь, стоит. Ты напротив него стоишь. Thank you.
20 минут осталось для до фейерверка. До салюта, точнее. Там 1800 чем-то есть. У тебя 16? А у тебя что за блок? Бьюти. Ну, это как бы прекрасно.
хочу сейчас на эту тему. Вы продаете билеты? Я не умею. Продаем? Сам по себе. Три билета, да, у нас по 700, есть. По 800, по 800. Хорошая места. А можно еще в биткоинах, если как бы, чтобы нам на счет нам не хватает, очень, там. Очень нужны биткоины прям сейчас. А, биткоины. И пару закладок, да? Нет, в Китае просто. Может, паленка правильно вопрос задает. Виталий, вдруг это еще паленка? А что паленка? Какая паленка? А что ты хочешь? Кофе у меня. Переживай. Жовка привыкла. Привыкла? Привыкла жовка? Нас просто пустили в туалет, только потому что мы кофе купим. 150 рублей, да. Кстати, можно бы, знаешь, что было? Такая тема. Надо было купить... Сейчас такая пойдет реклама, короче, в Бургер Кинге за 39 рублей. Самый дешевый кофе. С номером. Каким Бургер Кинг? Я сейчас только что прорекламировал. Сейчас узнаем. Что, полторы берем? Это, Миш, ты же немножко разбираешься? Нет, я... Сейчас телефон, да? Станюхай. Я вообще уже не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Нет, так она до сюда, до сюда идет. Да, защита. На работе же как бы стоит защита.
Xbox 4, нет, PlayStation 4, как бы, два года назад, скажем так. Я так думал, что сейчас все там будут рубаться, как все, как бы, я реально не нахожу времени. Это просто через него уборка становится. Слушай, как вообще через год, реально, вопрос, как через PlayStation, как все выйдет? Напорно. Знаешь, очень много интересует людей, как это вообще хорошо. Математик. Да ладно. Громко не говори. Да, ты это, название сайта, может быть, на ухо запчастей. Мы за как бы за нормальные, как сказать, ценности. За отношения, за ценности. Да, там. Если семья такая милая, хочешь отдохнуть, надо было расслабиться. О, Ростислав, как вас понесло-то. От Сани-то я рассказываю. Да. Идем вообще, продолжаем это. В магазин мы хотели. Нет, сейчас будет это. Два билета еще купить. Салют. А, здесь салют будет. Че там это? Расслабил. Че, все пошло? 3000 рублей, все нормально. Продали? Все, берем менеджера по продажам. Уставшие девчонки. Очень уставшие, я бы сказала. Какую жидкость не встретишь, да, туда? Программу. Как устала? Согласись, по Питеру ходить, как будто ты не можешь. Мне нормально. Нормально, да. Ни одной мусорки нигде нет, на самом деле. Ни одной, я вот посмотрела. Чистая столица, культурная столица. Нормально, да, палка? Палка как так, палка. Всем палка, палка. Как говорится, наши поезда самые поездатые поезда. Наши поезда поездатые? Парень-то, наверное, явно. Какой-то.
какой-то реактивный, у него увидел мусор. Девчонки, спасибо вам. Если бы не вы, я бы сейчас реально не поддерживал. Хочется, знаете, вообще взять и спросить. Тут прямо. 4.20. 4.20. Представляете? У меня уже батарея. Слушай, у меня уже батарейка-то подсаживается. Как тот гаджет. Я как тот гаджет, у которого заканчивается энергия, знаешь. Он лагает такой. 15% осталось, еще звонит. Ты знаешь? Я помню. Когда мы идем? Когда мы идем? Когда мы идем? Не, ну я предложил, если уже и обратно. Я не знаю, правда. Давай, лишние силы тратим. Да. Не надо, да, тратить? Нет, так давайте, где что-то будет. Так мы еще дальше будем продолжать дискотеку делать, да? Потом. Дискотеку. Дискотеку будешь делать? Сейчас потом это снимать будем. На дискотеке все это делать. Не будет, сможем, они да пойдемте знают. Туда, потому что... Я не знаю, зачем туда поперли. Да, Лен, что ты это сам? В смысле? Давай звони с ней. Они дали взять. Метро. Что? Что рассказал? Салют, посмотрим, Милан. Что-то какая разница? Нет, Лен, давай тогда спросим еще. Давай. Давай, спрашивай. И все молчат. Главное, хотят спросить, и все молчат. Сейчас Ленка жертву найдет. Вот так. А слушай, как ты вообще, вот, скажи, пожалуйста, как ты определяешь, у кого спросить, а у кого не спрашивать? Ну, где можно у каждого спросить? Ребята, вы вообще куда идете? Посмотрите, мы куда-то прямо на большую реку. А зачем? Уже все идут и просто хочется узнать. Ну, так зачем вам кораблик посмотреть? Понял? Что посмотреть? Отблески корабля. А, отблески. Ну сейчас здесь фейерверк тоже вроде будет. Кто-то? Ну, может быть. Вот, стоят. Мы и узнали. Пошли спать. Просто ты говоришь, что не знаю, я подумаю. Ребята, Слонять, за ним просто табор. Да. Идите прямо, там корабль такой. А сколько у вас людей? Кого? Сколько людей здесь? Сейчас уже меньше, но было по 30 человек. Сейчас проснется народ. А вот сейчас и люди. Начинается. Так нет, давайте хотя бы ближе к площади подойдем. Пойдемте. Там просто, видите, вот здесь вот проход, да, небольшой, и мы, может быть, что-нибудь увидим. А Дворцовая площадь где, там? Вот она, там. На Дворцовой идет мероприятие. Ну так как бы неправильно, да, держать селфи-палку? Неправильно поймут, просто вот двумя руками, ручищами так, знаешь, обхватил вот эту селфи-палку. И знаешь, все обходят наверх. Не, не обходят. Клали они на мою селфи-палку, представляешь? Да-да-да. Чувствуется, да, вот питерский акцент. Вот просто вот через одного вот так просто проскальзывает. Так раз и все. Маты тоже бывают. Это не мат, это что ты говоришь? Просто оборот работника, чуть работника, прикинь, коммунальной службы, не сбил селфи-палка, чуть ему глаз так, знаешь? А сейчас мы пришли, знаешь что? Оформлять протокол, понимаешь, оформлять протокол, потому что я нанес ему, скажем так, побои. Что здесь стоят? Слушай, уже 41-42 минуты. О, начинается, походу, дело. Сейчас мы переключим. Правда? Секунду. Все знаете, как бы небо снимают?
знают, а я вот кораблик. Кораблик интереснее, чем он поближе как-то. Закончился, да? Ну, да? Все, пошли по домам. Закончилось, да, на этот раз? Все, да? Как счастье, все, да? Из года в год, да? Нет, ну подождите, это и есть сами, ну, сам смак приключений, да, на свою пятую точку, да, если разобраться. Правильно взял бы это на войну. Мы в разведку не пойдем.
здесь жить-то, да, в такой вот атмосфере? Все равно всем привет. Привет всем передали. Я так понимаю, шоу уже заканчивается, правильно? То есть хорошо, что мы не купили. Прикинь, за 20 минут, да, до окончания купить билеты там за 3 косаря. Да даже за 1000 рублей. Жаба душит. Есть такое животное. Ну, как обычно, после праздников много-много всякого барахла валяется. Вот. Здесь что лучше видно, говорю, что... Хоть бери камеру переключай. Сейчас переключу Марсе. Дырка побольше. Ага. И лучше входит. Видно получше. И лучше входит этот фейерверк. Ага, понятно. Дальше. Не пойдем. Чего нет-то? Не надо. Быстро пошли, я тебе сказал. Женщина, слушайся мужчину. Быстро. Мойку, слушай, смоемся. Пойдем, я вам дорогу покажу обратно. Выведу вас. Да, действительно, айфон бы 5 раз уже разрядился. Частенько приезжаем куда-то и ведем запись, у нас есть всегда с собой аккумулятор. Специально для этих дел мы купили 20 тысяч миллиампер. Есть такой емкостью аккумулятор. В итоге он, кстати, вытягивает у нас сразу же 3 камеры. Камера 4К, вот это телефон.
телефон и еще камеру, которая снимает на 360. Кто действительно хочет заниматься блогингом, то воспользуйтесь этим советом. Очень удобно, прикольно. О, да, кстати, дорогие подписчики, устанавливайте мобильное приложение «Сосновый Бор». Эта трансляция, она будет там тоже находиться, то есть можно будет ее потом посмотреть. Что ты так делаешь так? Ну, так и все нормально. Там... Что это? Загорает он. Василий загорает. А их двое, кстати, не то, что сказали. Сейчас мы подойдем к товарищам, спросим, что, как у них было. Нормальные парни. Парни, как дела-то? Все нормально? А? Устали? Герман Вичкаус! Чего он там кричит? Герман Германович. Ты заметил, что очень много девчонок вообще курит? Как ты считаешь вообще? Это нормально, когда девчонка курит? Стой! А? Не, давай вот вопрос сразу курю. Шеф, это нормально? Ты вообще. Не, подожди, ты разделяешь вот то, что действительно можно курить и надо курить. Или как бы ты считаешь, что это не очень. А вообще какие ты знаешь, что происходят процессы, когда человек курит? Ты в курсе? Ну, просто немногие знают, что происходит. Видео тормозит. Уже просто, наверное, заканчивается энергия. Чики прошли. Тюш, извини. Пойдемте, девчонки, дальше. Тоже, да, это все столько. Столько раз. Пойдемте, девчонки, я вам дырку. Пойдемте, дырку покажу. Метро называется. Да что же ты? Пойдемте уже, это народу неинтересно. Будем дальше выдвигаться. Нам просто, понимаете, сейчас вся движуха там находится. Вы помните, где мы проходили? Там концерт идет. Мы сами играем. Пошли, давай быстро. Иди сюда, иди сюда.
Питере, да ночная жизнь. Что ты такое говоришь? Люди же люди. Идем, идем. Вообще капец. Давай посмотрим, сейчас закончится. Ну давай, 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 сейчас переведу камеру. Успокойтесь. Последний, ой, Загибуллин. Загибуллин, блин. Жалко прокачал. Крутой салют! А вообще, неудобно, слушай. Салют-то удачный сегодня. Все, что ли? Все, пошли, давай. Не налил его. Поэтому так мало, конечно. Твоя камера уже, да? Достала, да? Прикиньте, кстати, вот сегодня у тебя первый эфир, да? Смотри, какие-то ужины.
купи мне гитару, научи курить кальян, не раскачивай землю, не будь их поутру. Пиво пристально пропилит и сушно, в общем сделай так, что все хорошо. Кстати, все, салют, я думаю, уже закончился. Салют закончился. Мне кажется, что здесь у нас намного интереснее, да, вот мы туда пошли по дорожке, по Невскому. Все, наконец-то мы пришли в место, где самое движение. Сколько много-много людей сейчас на Невском. Анюха, я ничего не могу. Идем. А, чувак, берет на дверь. Так а уже все, билеты-то уже бесполезно продавать. Там концерт еще. А сколько будет идти? Чтоб до трех, но обычно до трех, до четырех. А почем продаешь? 500 рублей. Так как уже солей. Да, да, это 500. Зачем взял вообще? Деньги сделал. Первый раз сделал вообще. Не, ну это просто трансляция идет прямая со стороны города. Все нормально. Все, ты же продаете. 650 по ей и купится. 600 тысяч, короче. Бля, я думал, может, дороже продаете, может, вам. Хочешь, чтобы он реализовался 600, да? За 100 рублей продает. Так а вы сейчас, смотрите, посмотрели, вы домой как бы дальше, да, уже? Блин, ну, что делать? Порой бывает, знаешь, это... Чувак с пирожками. Чувак с пирожками, кстати. Мы из Соснового Бора. Толстый продал зачем? Давайте, мы пока это самое тут по продайте, ребят, по 430. Попробуйте. 430. Вы так везде не ходите? Видеосъемка сейчас идет где-то час 58. А это что, это... В группе ВКонтакте идет. Вещаете? Да, чёрт бы нет. Ну, правильно, чёрт. Народ на себя посмотрит, не переехал, по крайней мере, посмотрит. Ладно, давайте удачи на этого. Через 15 минут, через 10 подойдет Танюшка к Казанскому собору. Так, ты хочешь меня познакомить с ее мужем? Да. Ага. Это уже меняет вообще ход событий. Это значит, сейчас начнется вся туса. Да? Куда люди идут? У нас, смотри, мы идем уже обратно. Но они хотят попасть просто в объектив камеры. Куда? Я не дал ему жвачку. Видите, она мне предлагает съесть половину жвачки. Что за мода? Нет, как Михалыч, на тебе целую пачку. Целую пачку сюда, спасибо. Вот так вот надо забирать жвачку. Так. Давай посмотрим на нее, а мужа потом. Давай. А пока Ленчик не слышит, думаю, да, сделаем это дело. Посмотрим. Спасибо мы должны успеть попасть в сафе, там сейчас большая очередь заходит. Срочно успеть. Держи жвачку свои. Чек. Невкусные. Так вот, я хочу напомнить, что наша группа называется «Автор-а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 вт
плохо. А здесь отшмак. Хорош птичками прижиматься к моему локтю. И вида лайков эту стало тупо проходом. Привет, привет. То есть мы специально зашли для того, чтобы выйти в Бэйлера. Здесь уже все. А что мы здесь ждем? Ничего себе, Юлька. Дурку школу ты пройдешь. Ничего себе. Дурку школу ты пройдешь. Мы на самом деле начали эту съемку для того, чтобы потом просто забить вот этот... Ходи, пожалуйста. Все ради вот этого мусорного бака. Короче, это туалет. А что мы здесь стоим? Мы за это стоим. Блин, ну хотим подальше. Нет, я не смогу идти. Без тепла. Рядом холодно, еще больше. Как мы сейчас, мужская аудитория понимает, да? Пошел к вами на девчонки. Все, капец, короче. Дайте лайк, парни, ставьте лайк, кто такой же попадал реально в ситуацию. Да, пошел в это, начинает. Привет. О, Катька подключилась к нам. Да, она сказала, что в Питере. Встречаемся у Казанского собора через 10 минут. Через 10 минут, да? Слушай, офигенно, как-то успели, да, пару минут, сейчас очередь уже больше стало просто. Вот, прямо выстраиваться за нами очередь. Насколько домой? Не знаю. Мы домой сегодня не торопимся. Сколько стоит? А слушайте, подождите, вопросик можно? Чтобы без очереди, сколько стоит? Мужчинка еще без очереди. О, мужской свободный. Мужской свободный. Да? А где мужской-то, кстати? Там же? Че? Я в мужской. Можно, да? Хорошо. Я потом расскажу, как там было, ладно? Не, ну там чувак, два чувака. Блин, не, ну как бы это, что это я торможу, сбегите с трансляции, прямой это. Я потом это скажу, когда трансляция закончится. Да, Ваня, заходите, там можно, короче. Там два чувака есть, но можно. Не, ну, по очереди, конечно. Вот как, вот все-таки мужики более универсальные, да, солдаты? Шел сразу. За минуту, ну, повезло, да? Я тоже так. Зачем очередь, кстати? Очень хочется пирожков, да, вот. Да. Я вообще предпочитаю пирожки с горохом. А кто вообще из вас пробовал пирожки с горохом? Да. Пробовали, да? Ну, потом не пробовали. А, смотря что, ну, с молоком, конечно. Пивай. Блин, очередь-то как-то не торопится. Там буквально еще нужно было сборно за 52 часа. Все, что ли? Когда мы уходили, да? Да, там есть. Да, есть. Идите, идите, мы потом за вами пойдем. Вы уже давно как бы в очереди? Андрей, иди с нами. Сколько вас уходит? Ты меня тоже тогда проводи в мужской туалет? Давай, конечно. Всех провожаю. Короче, новая фишка. Чтобы девчонки побыстрее проходили, да, нужно это идти с чуваком. Так что, нормально? А ты ходи в туалет? А что, как бы успеем, да? Положим, конечно.
Это экшен. Видишь, как на этом, на Хаске, либо в заехали в Макдональдс. Значит, давайте снимем вот эту штуку, чтобы это, да, как бы, держать, да, да, логично, конечно, да. Пока охранник не видит, я сейчас бежу под руку. А, не, не получится, не, не получится, не, не получится. Что видно там, что там вообще? Не, не снять. Так, держите, что-то. Давайте стул подставим, так, что вот это. Кто-нибудь садитесь на стул. Стали, наверное, ждать. Давай я сяду. Вот, садись. Это очень просто. Блин, я ж просто показал, что можно поставить стул. А если вот так вот сделать? Да, тяжелее, чем. Подожди. Помните, как в фильмах, да? Да. Прятаешься, ну, прячешься там от чужих, там, да, или бастиков. От маньяков. Так вот стул подкладывают, и все нормально. От маньяков, да? Ты снимался в фильме? Три раза. А в какой роли ты снимался? Ну, я был, короче, этой. Монетом? Нет. Ты, не, ну а почему? Я деревом был на заднем фоне. Дерево, да. Как Mortal Kombat, да? Да, 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 Mortal Kombat именно. Икс. Ну, 10-10, да, начали, да? Тоже играл? Конечно. Или на Сеге еще играл. На Сеге? Это же какой год ты был, 92-й? Нет. Где-то... Нет, оно же еще до 2005-го, потому что тех было. Да нет, еще раньше 90-х. Так она только когда появилась, потом-то еще все покупали, все, денег же не было. А ты не покупал? Я подарил. Подарили. Ладно, пойду, я девчонок привожу. Давай. Девчонки, кто со мной в туалет? Блин, я сказал. Там уже только три жену, там занят меня. Занято, да? Нет, они быстро входят, потому что они по двое писают там мужчины. Писают? А-а-а. Они писают. Я так думаю, что да. А что они там еще могут поддерживать? Нам занято, понятно? Я же мужской иду. Там девушки. Не, подождите, подождите. Я что-то как-то логическую цепочку потерял. Я иду в мужской туалет, а мне говорят, там девушки, ты куда прешь? И что? Ну как ты пойдешь? Так туалет-то мужской. Так там девушка. У меня не состыковка. У них тут же. Они же в мужском туалете. Сходил в туалет, называется. Просто не ожидали, что там другого. Да? Поэтому долго. О, видишь, выходит. Да? Подожди, говорит. Надо застегнуться. Сдернуть не забудь. Такая, такой рычажочек. Рычажочек рядом с бачком находится. Все. О, там перемешку. Это ад, товарищи. Это ад. Да. Я был в аду. Что там? Можно кому-нибудь зайти? Девчонки, одной можно зайти, можно, да? Можно, да. Больше двух нельзя собираться, да? Лен, иди сюда. Я тебя прикрою. Там, так, у мужиков все равно там мало, да, я понимаю? Да, да. Главное, знаешь, сильно это там, ну, не трещать. Ну, как бы это. А давайте что, одну? Можно уже еще одну. Можно еще одну, просят мужчины. Мишка, ты точно подумал, ты жену отправил? Мужской туалет. Ты посмотри, сколько тут, да? А сколько кабинок просто? Две всего. Ну, две, да? Ага. А там же можно вот этот, как, который этот, ну, биде или как? Биде, биде. Конечно, вы предлагаете. Да, да. Да. Не, ну, вы проявите это мастерство изворотливости, да, да, так. Тёма, пойдёте, да? Сходи, конечно. А там свободно? Да давайте быстрее, это, очередь пройдет, парни потерпят, наверное. Хорошо, что камера это, звук не передает. Да, да, да. Да, да, я просто, как, знаете, как рыба рот так открываю, что все. Ну что, не слышно? Тогда надо уже всякие ракурсы. Ты вообще давно как бы здесь стоите? Ну сколько по времени здесь? 15 минут. Не, ну я поздравляю, удостоверяю. Нет, я с того раз. Я в первый раз зашла, очень была до середины. Главное, знаете, чтобы фонтан какой-то. Фонтан. Как, девчонки в мужской, а мы в женской. Наоборот. Должна же быть какая-то солидарность. Значит, чтобы подарки, ну, обычно, знаете, за ручку беру, там, ну, веселить. Не поможет. Я пусть истерик какую-нибудь. Что вы делаете? Девчонки, еще немного, минут 7-10. Больше нет, если вы кашляете.
конечно. Да? Давайте будем места продавать, да? Давайте вот там 500 рублей там за вход, и здесь еще 1000. Мне кажется, сразу очередь убавится. Иди быстрее, я задохнусь. Мы слышали. Это все из-за нее было. Мужской этаж занят, да? Да, слушай, давай потерпим немножко. Что нас сейчас как бы пропустим? Ну, 15 подожди. Вытерпишь? Нет, у него такая сестра была. Он не подождет 15 минут. Просто, знаешь, ну, это не тоска, а всемирная печаль такая, знаешь, мирового масштаба. Всем хорошего вечера, до свидания. Теперь пустим немножко мальчик. Женский только работает, заходи давай. Красавчик вообще. Слушай, прикинь, я вот за всю свою жизнь никак не мог попасть в женский туалет. А тут чувак прямо реально на моих глазах. Все, я ухожу. А, ребят, подписывайтесь на канал Бородач ТВ, да? Потом я это залью в видео. А где мои? Они вообще... Прикинь, сейчас чувак попал, взял, я же попал в этот мужской туалет, зашел, я бы давай в туалет мужской. Представляешь, если реально зашел, ты че? Вот ему повезло, да, сейчас все с ним надо. Что с чувака получилось? Да? Хорошо. Там хватает, тогда добавим. Короче, 2 часа, где-то 5 минут, смотрите, как я чего сказал, где я не вижу. Ну что, у нас остается порядка 15 минут. Ну, на этом все, наверное, да? Почему? Зарядка, да? Зарядка, да, остается 15 минут. Вы только что в течение 2 часов. Спасибо вообще всем нашим радиослушателям за то, что вы все это время наблюдали за прямой трансляцией. Поэтому подписывайтесь на наш канал, вступайте в Сосновый Бор, а также устанавливайте мобильное приложение. Напишите пару комментариев, желательно положительных. Что еще? Короче, пишите новости, предлагайте. Если вы хотите также транслировать какие-то свои новости, часто где-то куда-то путешествовать от города Сосновый Бор, видите трансляции, пишите мне в личку, и, соответственно, мы вас подключим. И давайте свои новости, хватит читать вот эти скучные новости, которые постоянно пишут наши тоже администрации, там, да, и АБС, что типа вот выработали там сколько-то мегаватт. Я думаю, что вот эти новости, они реально более интересные. Мы только что наблюдали где-то даже какой-то лимит экшена был. Я сам на самом деле вот реально стесняюсь чего-то говорить, показывать, но вот работаю над своими ошибками, своей речью. Давайте, начинайте все писать. Все, всем пока-пока, до новых встреч.